как-то раз мне позвонил друган, говорит, Димон, там надо беседку отделать, только бюджетным вариантом. Я говорю, да давай, базара нет, давай отделаем, что-нибудь придумаем. И через пару дней мы со своим другом Денисом приступили к работе. Купили цемент и песок и начали штукатурить. Смесь мы использовали такой, один цемент и два песка. Поначалу мой друг даже не представлял, что мы будем делать, так как у меня возникла очень интересная мысль. Как сделать эту беседку очень красиво. Так как я рисовать не умею, я какие-то каракули на тетрадке нарисовал и показал ему. Говорит, о, ну не знаю, что получится, то получится. Сам заказчик не знал, что мы будем делать. В течение 5 дней ходил и не понимал, а что же мы тут творим вообще, что это получится. А так как у меня было очень большое желание заняться арт-бетоном, и вот на выходе что мы получаем. Это моя первая крупная работа. Красился этот бетон фасадными акриловыми красками, а также сверху скрывался акриловым лаком прозрачным. Ну, что я вам хочу сказать, главное желание, а там остальное все само будет получаться. Отвечаю. Кстати, у меня на канале есть полный мастер-класс по этой беседке. Если что, заходите в гости. С вами был Лысый Мастер. И большое спасибо моему другу Денису.